В Звенигородском подразделении Одинцовской больницы открылся травмпункт. Раньше пациентам приходилось обращаться в Одинцово, но сейчас помощь гораздо ближе. Основная задача травматологического пункта, который открыт с 1 июня, это увеличение доступности оказания медицинской помощи пациентам, которые имеют так называемые малые травмы, там, порезы, растяжения и так далее. Раньше приходилось привлекать врачей стационара, но сейчас такой необходимости нет. В отделении есть не только все специалисты, но и оборудование. Все оборудование, которое на сегодняшний день поставлено в травматологический пункт, оно соответствует стандарту оснащения травматологического пункта. И все оборудование здесь новое, то есть оно было закуплено специально под травматологический пункт, включая в том числе и особенности детской травматологии. В травмпункт поступают пациенты с повреждениями средней тяжести, которые не требуют оперативного вмешательства. У Евгения Викторовича рана голени. Он ее получил при работе с болгаркой. Ему провели профилактическую вакцинацию против столбняка и оказали первую помощь. Приход пациентов буквально за месяц вырос почти в два раза. Больше это связано с информированием пациентов непосредственно и жителей данного района. Сейчас очень много отдыхающих, которые чаще всего проживают зимой в городе Москва, а здесь находятся либо на дачных участках, либо у бабушек дети. Отделение работает круглосуточно. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».